конкурсные процедуры по всей программе безопасной качественной автодороги у нас прошли уже. Также у нас завершились конкурсные процедуры по деньгам дорожного фонда. Это дополнительно дороги, которые мы отремонтируем, дополнительно к дорогам дорожного фонда. Мы подготовились в этом году раньше, по поручению губернатора, мы раньше провели конкурсные процедуры, поэтому подрядчики сейчас уже готовят материалы, завозят материалы, готовятся к такому большому строительному сезону. Когда проговорился вопрос по синхронизации графиков по работе сетям, сетевыми организациями с подрядными организациями, которые непосредственно участвуют в работе, они понимают, что такой ход работы их в принципе все устраивает, и они готовы работать, потому что есть участки, где наименьшее количество сетей, да, практически их там нету. Первые работы пойдут оттуда.